Ну, сейчас же душно. А, спасалась тем, что открывала окна. Сейчас, получается, за дыма не получается окна открыть ни в машине, ни в квартире. А так, когда на улице, конечно, ходишь чуть получше, потому что сегодня ветрено. Но когда вот сидишь на одном месте или вот дома, то не очень, конечно, комфортно. На сегодняшний день, вот прямо на сейчас, да, по оперативным данным, у нас действует в республике 111 лесных пожаров на общей площади около 180 тысяч гектар. Из них 53 лесных пожара обслуживаются на площади порядка 150 тысяч гектаров.